Маршрут составляет на данный момент 8 километров. Мы начинаем наше место от памятника жителям Фирсановки, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Далее мы проходим по лесу через Щепкинское болото, Малино, и возвращаемся также в Фирсановку. По пути у нас будет еще одно памятное место. Это, скажем так, могила с солдатом.